Отдел рукописей и редких книг Казанского университета совместно с Институтом восточных рукописей Российской академии наук планирует оцифровать редкие татарские рукописи. Подробности в сюжете. В научной библиотеке имени Лобачевского находится самая крупная коллекция арабографических рукописей в России. Ее общая стоимость составляет около 6 миллионов рублей. Бесценные издания, капризны и требуют особого ухода. Поэтому ученые кафедры биохимии контролируют, чтобы в книгохранилище не попали вредоносные микроорганизмы. Исследование нашей уникальной коллекции ведется на протяжении более полувека. В отделе рукописей книг обеспечивается необходимыми нормами, которые определило законодательство. Температурный режим от 18 до 22 градусов, режим влажности от 50 до 60% для того, чтобы можно было сохранять и бумагу, и кожу, которая используется для переплетов. Благодаря современным технологиям с наследием татарской культуры смогут ознакомиться все желающие. Некоторые работы уже доступны в электронном формате на сайте библиотеки. Для удобства пользователей глобальной сети планируется создание отдельной площадки. Речь идет, конечно, о создании специализированного портала, где каждый желающий мог бы найти возможность для того, чтобы познакомиться уже с оцифрованной копией, факсимиле того или иного источника и, собственно, самому попытаться поработать. А в дальнейшем это стало бы основанием для исследователей вместе с научными комментариями выпускать уже их и в печатном виде. Чтобы ускорить процесс, Казанский университет планирует запустить летом школу реставраторов по бумаге на базе Болгарского заповедника. Ариадна Кугушева, Роза Зарипова, Алексей Румянцев, Универньюз.